Москвы. Братан, ты как? Я вижу, ты устал. В общем, пока я на отходосах от длинной и дальней дороги, типа, чуваки все катаются, раскатываются, и решил снять гиперлапс. Причем гиперлапс на экшн-камеру, на AC Robin Z5. В общем, будем надеяться, что я не последний рукожоп, и что-нибудь у меня да вышло. Я не знаю, чуть дёртеры какие-то собрались, какой-то тут катают. Какие дёртеры мы дал? Я, мы тебя идём барспин учить. Как тебе первый раз на трассе в Архизе? Почти так же, как и мой первый раз. Больно и непонятно. Женские жопы. Потереться на трассе в Архизе. Трассы. Даунбол. Пиписка. Ну, 4,5, на все 4,5, да. С Каталионом в баньку или трасса в Архизе? Трасса в Архизе. В общем, в Тиндере я нашел только Гюльчатай. Кто тебя так изуродовал? Братишка, откуда у тебя такие брови? Придется кататься. Осознал, что велосипед, как обычно, у меня не тот, который нужен. Он супер короткий. Это, конечно, крутой велосипед, когда надо прыгать, но тут прыгать нечего. Поэтому я жестко обламываюсь и... Воу-воу-воу!
произошло? Я тоже снимаю. Я тоже руку снимаю. Давай. Как мило. Давай они типа сосутся вот так. Ты снимаешь меня со шлема, а я снимаю тебя со шлема. Блин, надо ближе. Худший блок ролл дэя. Так, что это у нас Бердринкин? Короче, день квалы. Типа у нас старт где-то через час. Сил нет вообще никаких. Потому что надо пить пиво меньше, курить кальяна меньше в бассейне. Но нет. И, короче, голова болит, сил нет. Сейчас поедем. Прошла сегодня квалификация. О, все проехали хорошо. А сейчас вроде как нахлынули какие-то тучки. Такие серые, темно-серые. Делать нечего, поэтому, ну, как бы кататься не особо хочется, поэтому поедем, доедем до обсерватории, попробуем обконтентиться там. Чернота.
Пока все собираются и прыгают в басик на трансфер в аэропорт, мы с потным Джо решили взобраться к Софийским водопадам. Наверное, я когда поднимусь, я скажу, какая красота! А пока мы топаем в гору. Идем в гору. Стреляют. Что стреляют? Ну явно не сигареты. В смысле стреляют? А мы все еще едем в гору. Горы, куни, горы, куни, куни. Ап, ап, ап. Добрались мы до водопадов, вон они. Но это было мясное, я вам скажу. Вот видите, камешки, это самые маленькие камешки, которые были на нашем пути. Ха! Мы, короче, дураки, и будет весело нам топать вниз-назад с байками. Да что такое? Вот это моя рука для сравнения. Что? Как приготовить кальян в дорожных условиях?